Комфортно ли жить в Уфе людям с особыми потребностями? Ответ на этот вопрос попытались найти активисты и эксперты проекта «Единая страна. Доступная среда». На территории торгово-развлекательного центра «Планета» они провели рейд по соблюдению правил парковки на местах для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые установлены специальными правилами. Пропорция такая, что 10% от числа мест, но не менее чем один. Например, если у нас в данном случае имеется 100 парковочных мест, значит, должно быть около 10 парковочных мест обязательно для инвалидов и маломобильных групп населения. Но из них еще обязательно должно быть не менее одного специализированного машинного места. Проверяющие установили, что на парковочных местах для маломобильных граждан, игнорируя все знаки и предупреждения, паркуются все посетители торгового центра. За нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки и стоянки транспортных средств людей с ограниченными возможностями, предусмотрен административный штраф в размере 5000 рублей с помещением транспорта на специализированную стоянку. Как рассказал председатель Башкирской организации Всероссийского общества инвалидов Олег Ротов, в других регионах дорожные полицейские для выявления подобных нарушителей пользуются специальным реестром. В него вносят машины людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако в Башкирии подобный опыт не используется. Многие просто действительно злоупотребляют тем, что, покупая на заправках, ну или в магазинах автозапчастей наклеечку, просто бросают ее на переднюю панель и считают, что таким образом они исполнили требования федерального законодательства или правил дорожного движения. Но, к сожалению, этот инструмент не используется органами ГИБДД именно в Республике Башкортостан. И таким образом порядок, скажем так, именно по парковке мест для инвалидов не соблюдается. Как рассказал координатор проекта «Единая страна. Доступная среда» в Башкирии Наиль Каримов, итоги рейда принесли результаты. По их итогам несколько водителей получили административные наказания. К сожалению, наши автолюбители не соблюдают правила и паркуются на местах, где отведено для инвалидов. Сегодня по результатам сегодняшнего рейда составили несколько протоколов административных в отношении владельцев автомобилей, а также эвакуировали несколько автомобилей на штрафстоянку.